Бум-бум-бум! Добрый день всем поклонникам продукта! С вами Дмитрий Губерниев! Я приветствую вас на финальном отрезке очереди, где наши ребята борются за скидки! Итак, все внимание на нашу кассу, где с нами на связи Дмитрий Нагиев! Я Дмитрий Нагиев на первом месте в очереди. Пока, пока! Дорогие друзья, Владимир Вольфович, меня интересует вопрос. Тихо! Подними сюда. Дура. Владимир Вольфович, зачем вы обсываетесь? А тупая потому что! Кто из этого воду выносит? Зюганов? Выгнан из страны! Владимир Вольфович, меня как президента Республики Беларусь интересует вопрос. Что у вас в пакете? Что, в пакете? Что, помидоры, красная икра. Что, красное яблоко, красный коммунист. Зюганов! Замени пакет. Вот, нормальный пакет. Без дырок. А у Зюганова с дыркой. Что, у коммунистов денег нет, что ли? У нас деньги всегда! ЛДПР! Владимир Вольфович, меня как президента братского народа интересует вопрос. Что у вас в пакете? В пакете? Картошка. Все грязно, овощи, не могли помыть, что ли? Мы за что деньги платим? Что, руки грязные, надо мыть, вода тратится. Что, таким там скоро воды не останется? Вообще-то картошка универсальный продукт белоруса. Ее можно варить, ее можно жарить, ее можно тушить. На нее можно смотреть, ее можно садить, ее можно поливать. Бум-бум-бум. Дорогие друзья, что мы видим? Мы видим картошку. Нет, мы видим, как в супермаркет врывается Антон Шипулин. Заходит мимо. Вторая попытка четко в дверь. Итак, Антон второй в очереди. Не удивлюсь, если к концу очереди он окажется последним. Итак, открываются кассы. Первая. Эй. Вторая. Эй. Третья. Эй. Давай, Антон, соберись. Четвертая. Эй. Пятая. У-у-у. Как же так, Антон? И пятая касса закрывается. И Шипулин отправляется на штрафной круг в конец чужой очереди. И внимание вновь на наше стрельбище. Друзья, анекдот. Играет как-то крокодил Гена. Зюганов! Владимир Вольфович, тише. Играет как-то ту-ду-дун, ту-ду-дун. Извините, мне звонят. Алло. Что? Перезвоните мне. Связь плохая, подключил Теле2, вообще не ловит. Ту-ду-дун, ту-ду-дун. Извините. Я наслышал из Кулимата, да, приезжайте на вопрос, да, Black Star Burger открылся, да. Обязательно приеду. До свидания. Владимир Владимирович, у меня такое ощущение, что в этой очереди я стою столько же лет, сколько являюсь президентом своей страны. Смешно. У меня, кстати, такое же ощущение. Я в этой очереди уже стою четвертый раз. И всегда до этого был первым. Раньше мне Зюганов на пятом выступал. Зюганов! Тише, Владимир Вольфович. Зюганова нет. А в этот раз Грудинин. Что, Грудинин? Коммунист. А Зюганова? Тише, Владимир Вольфович. Тише. Пум-пум-пум. Дорогие друзья! Извините. А нет, все нормально. Дорогие друзья, наш супермаркет закрывается. Красный свет. Коммунисты. Зюганов! Дорогие друзья, наш супермаркет закрывается. С вами был Дмитрий Губерниев. Всем пока! Валентин Никита, Западно-Сибирский государственный колледж.